по-горяновски имя. К разбитому доту приходят ребята. Разве ты намолвил солдата? Он выполнил долг перед нашим народом. Но как его имя? Откуда он родом? В атаке убит он, погиб в обороне. Могила ни слова там не проронит. Ведь надписи нет, безответна могила. Мать грустную тут часть не до надписи было. К окрестным старушкам заходят ребята. Узнают, расспросить их, что было когда-то. Что было? Ой, милые, грохот, сражение. Солдатик остался один в окружении. Один, а не сдался фашистскому войску. Геройский сражался и умер геройский. Один, а сдержав в воде целую роту. Был молод, черняв, невысокого росту. Попить перед боем в село забегал он. Как сказывал вроде, что рода с Урала. Мы сами сердечно тут хоронили. У старой сосны безымянной могилы. На сельскую почту приходят ребята. Письмо заказал, найдет адресата. Столицу доставят его почтальоны. Письмо прочитает министр обороны. Но с песней просмотрят за записью. Вот они, имя, фамилия, адрес. И станет колонна героев несмертных. Еще один станет класс смертных, бессмертных. Старушка с Урала обнимут ребята. И тут те сынок на гибе солдата. Все светлое имя цветами убито. Никто не забыт, и ничто не забыто.